Всем привет! И в этом видео я расскажу, как сделать эффективное и очень увлажняющее масло для кутикулы в домашних условиях. Первым делом мне понадобится базовое масло. Сейчас я использую миндальное, но вы можете выбрать любое, которое у вас есть. Оливковое, кокосовое, масло виноградных косточек и даже подсолнечное. Понадобится мне его всего лишь 1 столовая ложка. Дальше я добавляю 5-7 капель эфирного масла лимона. Если у вас нет такого, используйте половину чайной ложечки натурального сока лимона. Также мне потребуется витамин Е. У меня вот такой вот жидкой форме, его можно купить в аптеках, а также он есть в виде капсул. Наливаю на глаз буквально капельки 4. Абсолютно не обязательно, но я добавляю эфирное масло. В данном случае это корица, потому что мне нравится сочетание запахов лимона и корицы. Если вас устраивает лимонный запах, ничего не добавляйте. Перемешиваю все это между собой с помощью только деревянной палочки. Это, кстати, апельсиновая палочка для кутикулы. В целях гигиены и удобства масло я буду наносить с помощью ватной палочки. Оставляю на 7 минут. И апельсиновой палочкой аккуратно отодвигаю кутикулу. Я пробовала много специальных масел для кутикулы, но, честно говоря, вот это вот домашнее мне нравится больше всего. У него очень приятный запах, оно быстро и эффективно размягчает кутикулу, и теперь сам процесс отодвигания не вызывает у меня дискомфорта. Все очень приятно и мягко. Вытирайте остатки масла с помощью ватного диска. Вот такой вот рецепт был у меня на этот раз. Если вам он был полезен, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую и пока!